Салют, оперпосты, в этом выпуске импровизированный хромакей из генератора, искусственная зима в солнечную летнюю погоду и огромный хромакей с искусственным снегом на натуре. Поехали, будет интересно. Снимали мы ролик на камеру Red Gemini и использовали объективы Master Anamorphic. И камера у нас висела на гимбале Movi Pro. Очень удобный гимбал, особенно в сочетании с жилетом Ready Rig. Очень легко, спина не устает. Итак, приступим. В этой сцене у нас группа туристов двигается по снежному зимнему лесу и выходит к гористому пейзажу. Мы нашли небольшую опушку леса с живописными елочками. У нас была группа SFX-еров, которые заснежили нам эту поляну искусственным снегом. У нас был SkyLift, на котором мы разместили 18-киловаттный прибор. Вот можно сюда вот поглубже? То есть она должна быть где-то вот над этой елкой, башня. Вот сюда можно проехать. Пока мы выставляли эту заснеженную опушку, нам пришла в голову идея снять кадр со спины, как герои выходят к некому гористому пейзажу. То есть мы через наших героев видим некий пейзаж гор, но поскольку на локации никакого пейзажа гор не было, то мы решили, что этот кадр мы сделаем на графике, но с собой хромакея у нас никакого не было. То есть это был абсолютно импровизированный кадр. Поэтому кто-то из группы предложил, типа, а он, смотри, у нас типа генератор синий, давайте его как хромак использовать. Мы сперва поржали, потом я подумал, а почему бы действительно не попробовать? Вот, и мы поставили генератор в качестве фона. Леха, можешь тебя попросить куртку повесить на стекло? Перекрыть тоже синим, чтобы... Погода поначалу была неплохая, было солнце, но переменная облачность наталкивала на мысли, что в конце концов солнце уйдет за облака. Поэтому мы, не дожидаясь, сразу начали расчехлять наши приборы, сразу поставили шестерку, и как раз в процессе съемки дубля солнце таки ушло, поэтому приборы, которые мы заготовили заранее, нам пригодились сразу же. Мы решили 18-й прибор на скайлифте поднять в ту же точку, откуда светило солнце, то есть чтобы продублировать его. И мы готовились к тому, что солнце может выйти, а потом опять зайти, и у нас 18-й прибор всегда бы светил с той же стороны, что и солнце. Я думаю, что сказать, давай шестерку поставим там же, под 18-кой, от кабины машины вот так тоже в елки выйти. Нам удалось поймать один дубль, когда солнце вышло на несколько буквально минут. Мы сняли проходку наших героев, потом солнце опять ушло за облака. И на крупном плане мы уже использовали 18-ку в качестве контрового. Конечно, нам ее не хватало, поэтому я еще с земли добавил одну шестерку. Со стороны камеры мы оттенили героев 12-й черной рамой. Отсюда простреливаем вот куда-то в лес, да, на фоны. Да, да, да. Пока на площадке смеркалось, мы готовились к съемке ночной сцены. Группа туристов сидит у костра возле палаток. Для того, чтобы подсветить пятачок с героями, я решил использовать, опять же, SkyLift. Сюда не хочешь, сюда. И на хомуты. Можно. Ну вот я и предлагаю, на хомуты. Мы их вот так вот подправим вниз, они будут светить, да? Да. И все. Посветить. А давай, может быть, сюда маленькую. Давай сюда маленькую эту лайтмат на контровой на ребят. А эти будут, ну, как бы периметр деревьев подсвечивать. Добавлять, да. А единичку сюда загрипуем. Ну вот. Двойку, да. Ну тоже можно сюда на этот, на клэмп. Ну, Клёх, на максимум их сделай. Ну, цвет холодный, обычный, 5600, ну, самый холодный какой там, 6500? 6500. Давай 6500. Мне хотелось, чтобы люлька скайлифта висела чуть позади наших героев и давала на них контровой, плюс подсвечивала лес, деревья, которые находились вокруг героев и за ними.
Внутрь палаток мы разместили светодиодные панельки, чтобы добавить цвета в кадре, чтобы эти палатки работали, светились. Когда мы переместились на более крупный план, мы использовали Sky-панель в режиме огня. У нее есть такой режим, который воссоздает мерцание реального огня. Мы ее положили рядом с костром, направили на наших героев. А давай немножко, может, их довернем, чтобы палаточка была по фону там, краем. Где там поезд и дизайн? Лех, один тебе в отзыв. Вася, фокус сделай на ребят. Я расскажу. Давай, что ли, выбирайся. Романтик. Так. Ты здесь, в костре. Давай вот отсюда. А, мы сейчас через этот будем идти, через костер. Ну давайте да палаточку, если можем подвинуть. Куда подвинуть? А, влево за ребят еще немножко. На полметра. Ага, ставь. Лех, и по кругу вот так да, будем. Да, я понял. Пойдем. Я готов, камера. Ты готовишь, камера? Ну что, из-за спины полетим? Прям сбоку. Ну я не могу пересекать свет, он и так крайне левое положение. Давай, может, я со светом пройдусь? Да нет. Давай его отсюда тогда положим. Давай переставим сюда и фрост-рамку тогда. Фрост-рамочку ставь. Давай ее вот сюда, вот прям, вот так прям вот. Вот так вот. Не сгорит? Ого. Меч джедая. Корону. На следующий день мы переместились на нашу киностудию. Смотри, восемнашка. Нет, я понял. Контровой. Шестерка со штатива, контровой. Угу. Четверка, здесь восьмую раму, рисунок. Решили снимать не внутри помещения, а снаружи. Потому что мы должны были снимать на огромном хромакее, но количество света, которым мы располагали, у нас бы не хватило, чтобы засветить и хромакей, и актеров. То есть сцена была довольно-таки масштабная, у нас в кадре был автомобиль, возле него стояли рыбаки. На заднем плане, на переднем плане был рыбак с ребенком. То есть многослойный кадр с передним, задним планом плюс еще фоном требует достаточного количества света, чтобы засветить ровно хромакей, чтобы засветить второй план и передний план. Поэтому я предложил выйти на улицу и повесить хромакей на стену киностудии, чтобы можно было использовать небо в качестве источника света. И так и вышло, мы вообще на хромакее ничем не светили. По сути, небо являлось источником света на фоны. А наш свет, который нам был доступен, мы использовали в качестве контрового и рисунка. Восемнашка у нас работала на передний план, и шестеркой мы продублировали контровой с того же направления на ребят, которые стояли позади. Нам повезло с погодой, что солнце ушло за облака, то есть была пасмурная погода, был ровный мягкий свет. Слева М40 работала в восьмую фростовую раму в качестве рисунка. С правой стороны мы оттенили небо 12-й рамой. Вот, теперь наклоняйте, вот, вот ты вот немножко назад, ко мне. Чуть-чуть назад. Еще ко мне, еще ко мне, еще ко мне, еще ко мне. Стоп. Камера. Идет. Готовились. И начали. Давайте раму ближе сюда. Эту раму к машине, прям к колесу вплотную. Это чуть близковато, давайте чуть-чуть назад. Алло, влево пошли, влево.
сюда, парни. Дальний край стоп. Стоп, ваш край стоп. По ногам чуть-чуть сюда. Да, так. Стоп, да? Дай мне чуть только запас, еще правее немножко от них. Чуть-чуть. Стоп, вот так. Ну что, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится этот формат. Ставьте лайки. И до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Всем пока.